Друзья, всем привет! С вами Константин Горбунов, и я рад сообщить вам о том, что мы стартуем набор на новый тренинг директологов 2016, последний в этом году и последний, возможно, совсем. После 10-го тренинга директологов, скорее всего, мы поменяем программу и больше тренинга директологов в виде «все вместе в одну кучу» не будет. И, собственно, все курсы будут продаваться по отдельности. Ну и вообще неизвестно, будут ли они, останутся ли они в формате онлайн, чисто онлайн. Старт 10-го потока я планирую на конец сентября 2016 года, то бишь через 2 месяца мы уже стартуем. Почему такой большой промежуток времени между 9-м потоком и 10-м потоком тренинга директологов? Обычно мы запускаем раз в 3-4 месяца, а тут аж целых полгода получилось. Ну, тут две причины. Первая, самая банальная. Я, можно сказать, переезжал. У меня не было, к сожалению, времени писать никаких ни видео, ну и так далее. В общем, я совсем ничем не занимался, только своими делами. И вторая, уже более серьезная причина. Я переработал материал, потому что, во-первых, появилось много чего нового, а во-вторых, я решил немножко пересмотреть некоторую механику преподавания. В принципе, я делаю это на каждом курсе, но на этот раз она была переработана довольно основательно. Теперь появятся чек-листы, теперь появится больше такого некого контроля за вами, что, наверное, даст дополнительный эффект. Ну и плюс мы немножко раздробили, немножко по-другому сделали тренинг. Итак, собственно, сразу о том, что поменялось. Мы переписали полностью курсы по лендинг-пейджам, которые входят в стоимость курса. Яндекс.Директ, естественно, за которым большинство людей, в принципе, и идут. Поменяли его все под 2016 год. Ну, естественно, все новые вещи, новинки. И также изменили просто подход к преподаванию. То есть будет больше тотальный контроль. Google AdWords, естественно, Google AdWords мы тоже поменяли, исходя из некоторых новшеств, которые появились. Ну, их не так много, но тем не менее они есть. Все основные новшества были в 2015 году. Полностью переписали курс по Яндекс.Метрике и вообще аналитике контекстной рекламы, в том числе и Google Analytics, который здесь тоже представлен. Переписали почему? Потому что решил дать больше объем знаний для ребят, у которых все-таки приходят ребята с интернет-магазинами, с уже серьезными рекламными кампаниями. Для вас это специально было переписано на более серьезном уровне. Также немножко переписан был Target My.com, также был переписан чуть-чуть Target ВКонтакте и Target Facebook. Все те же темы, которые были в 9-м потоке, но мы их тоже немножко доработали и переделали. И сразу скажу по цене, то, что, в принципе, большая часть людей ждут. Я решил вернуть на начальном этапе цену, самую низкую цену, которая была у нас на тренинге директологов, это, по-моему, 6-й поток. Цена 9900 в пакете стандарт. У нас будет 3 пакета. В общем, это теперь, можно сказать, самая низкая цена возвращения к азам, потому что, скорее всего, тренинг директологов больше в таком варианте не будет, поэтому мы решили дать его максимальному количеству людей. Собственно, 3 пакета, которые у нас есть. Первый – это стандарт, второй – это VIP, и третий – это VIP плюс наставничество. Стандарт. Стандартный пакет заключается в том, что вы видите, если перейдете на страницу M, контекст / директолог, в принципе, все то, что есть в курсе, все будет ваше абсолютно. Второй пакет – это VIP-пакет, и я буду рекомендовать его всем. Почему? Потому что к стандартным 10-12 занятиям, которые будут у нас на тренинге директологов, я добавлю еще как минимум 4 занятия для VIP-ов, на которых я буду именно проверять домашние задания, конкретно ваши, буду отвечать на конкретно ваши вопросы, и вообще на 4 часа, вот, меньшей группы, естественно, мы будем сидеть и полностью разбирать либо вас, либо какие-то ваши вопросы и так далее. То есть это просто дополнительный разбор, где я буду практически ваш.
И последний пакет – это VIP плюс наставничество. Я считаю, это пакет win-win, вообще это самый лучший вариант. Почему? Потому что к пакету VIP прибавляется наставничество, которое уже заканчивается этим летом, вот сейчас закончится, и мы начнем набор на новый поток наставничества. Причем новый поток наставничества начнется с 60 тысяч рублей, а мы предлагаем вам за 45 тысяч пойти и на наставничество. Ну, естественно, перед этим вам необходимо будет пройти все равно собеседование. Но за 45 тысяч вы идете и на тренинг директологов, и на наставничество, что считаю, в принципе, самым идеальным вариантом. Потому что у нас большая часть ребят, которые проходили последний тренинг директологов, в итоге пошли на наставничество. За что им отдельный респект. Ну и самое главное, у нас просто будет расти цена. До 1 августа, если вы оплачиваете, пакет стандарт стоит 9900, VIP 15 тысяч, VIP плюс наставничество, ну вообще самая низкая цена, какую можно придумать, 45 тысяч рублей. Потому что, ну в принципе, мы только своим отдавали наставничество, только наставничество за 45 тысяч рублей. То есть ниже никогда так не делали. 15 число будет следующий дедлайн, цены вырастут 15 числа, 11500 стандарт будет стоить, VIP 17 тысяч и VIP плюс наставничество 47500. 30 числа уже будет 13 тысяч, 19, 50 тысяч. 10 сентября 15 тысяч, 22, 53, 20, 17, 25, 56. Ну а дальше уже будут цены 19, 28 и 60, то есть цены, которые будут последнюю неделю, скорее всего, перед стартом тренинга директологов. Повторюсь, это будет конец сентября 2016 года. Ну и, собственно, устаканится цена уже чисто за наставничество, так что успейте обязательно купить. Переходите на страницу mcontext.directolog, обязательно прочитайте страницу, посмотрите весь план тренинга, посмотрите, сколько всего мы делаем, посмотрите обязательно видеоотзывы, почитайте, какие результаты получили ребята. И жду вас на тренинге директологов по, считаю, самой низкой цене, потому что записываю я это видео далеко заранее, 1 числа августа. И надеюсь, что вам вполне хватит времени для того, чтобы платить по самой низкой цене. Друзья, жду вас на тренинге. Успехов!